Владимир Сапрыкин. О нацпроектах. Читает автор. Денег куры не клюют, а народ нищает. Нацпроекты создают, благо обещают. Только эти нацпроекты, словно дырка в публике, забубенные респекты вовсе не до публики. Чтобы выжил человек, жизнь, чтоб стала вольная, нужен новый нацпроект. Пенсия достойная и достойная зарплата, как для армии и флота. Нацпроекты – предоплата за достойный труд народа.